Ну, а теперь мы перетекаем плавно вот как бы к нашей теме, к нашим темам социального характера. И, короче, сейчас будет песня под названием «ТВ бабушки». Вот. Бабушки смотрят ТВ-концерт, бабушки не сомневаются даже, они переживают о Бритни Спирс, костерят Собчак и Пушкова, они пьют валокордин, следят за разводом певца Николая Баскова с Киркоровым слово. Бабушки знают о всех новостях, внуков стращая маньякам кровавым. Они верят в силу львиного слова и в избранность всех проходимцев лукавых. И им не докажешь, что тут подсадной, а убийцу полбреда нашли через кастинг. Бабушки верят всему, наивные чистые души, и это их праздник. Монархии в дом наполняют случайные лица. По сериалам они познают олигархов, а по криминальным программам столицу. Они занимают скамьи у подъездов и рядят, что нынче еврей президента, спонсор ток-шоу «Дом-2», на леченье от тучи из глаза скупил все патенты. Тиранов, судьбу маргиналов, крушение страны, потерявшие дважды всю жизнь, страшнее любых сериалов, выжившие, но так легко побежденные чудом техники, падшие со странным упорством, глядят в пустоту и уходят одна за одной.